Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Филипп Киркоров радикально сменил имидж, отказавшись от фирменной шевелюры и ярких цветов. В Инстаграме артист предстал с короткой стрижкой, удивив внезапным перевоплощением фанатов. В этом кадре Киркоров оперирует лаконичной черно-белой палитрой, а о его привычном стиле напоминает лишь пестрый задний план. Он озаглавил фото «Новый я» и пошутил на тему потерявших былой цвет волос, седина в бороду. Поклонники в комментариях похвалили Филиппа за смелость. Вам идет быть естественным. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.